Сегодня мы рассмотрим копию летных часов, использовавшихся в вооруженных силах Германии, ВВС, в период Второй мировой войны. Данные часы имеют японский кварцевый механизм. Корпус изготовлен из нержавеющей стали. Ремешок из искусственной кожи, достаточно толстый, прослужит достаточно долго. Стекло в часах минеральное, выточено в форме линзы, что дает увеличение изображения. Разметка часов двойная, состоит из двух кругов. Внутренний круг показывает часы, внешний круг показывает минуты. В часах стандартные три стрелки: часовая, минутная и секундная. Регулировка часов осуществляется при помощи колесика, что достаточно стандартно для часов. Данные часы хорошо подойдут любителям старины, коллекционерам и реконструкторам для создания более полного образа.